Ну сколько можно? Сколько можно? А я говорила, надо к ним сходить. Музыку врубают в такую рань, еще и топают, как слоны. Я схожу к ним. Надюха, сколько времени, а? 58. Сколько? Я же будильник ставил. А что, он не сработал? Нет. Завтракать будешь? Какой завтрак? Мне до Ярославля часа 4 ехать. Потом еще пробки. А я сырников сделала и варенье малиновое открыла. Надюх, не слазней. Я не могу опоздать на встречу студентов. Первое правило журналистики какое? Пунктуальность. А молодежь нужно воспитывать собственным примером. Давай я тебя с собой заверну. У тебя, кажется, сырники горят. Доброе утро. Здравствуйте. Я ваша соседка снизу. Из вашей квартиры постоянно шум. Вы понимаете, что вы спать мешаете? Так уже не рано вроде. Вы извините, если я вас разбудила. Просто скажите, когда я могу начинать. Обязательно вот по квартире на каблуках ходить. Так я просто модель. Отрабатываю походку. Легкий шаг называется. Я, кстати, Лиза. А вас как зовут? Надя. Очень приятно. Надь, может, на ты? А может, посмотришь походку как раз мою? Извините, я в этом ничего не понимаю. Ну, пожалуйста, мне правда очень нужен взгляд со стороны. Я в Москве совершенно недавно, и у меня практически нет знакомых. Всего 5 минут. Смотри. Ну как? Ну, отлично. Правда, по-моему, шаг еще нелегкий. Вот поэтому меня не приглашают на крутые показы. Кофе будешь? Да, можно. Только извини, у меня нет ни сливок, ни сладостей. У нас диета. Для нас лишние полкило – угроза профессии. А ты где работаешь? В библиотеке. Серьезно? Они еще существуют? Я думала, их позакрывали уже. Все книги читают в сети. Не все. А я вот из села Дивноморское. Слышала про такое? Это которое на Черном море? Точно. Я ужасно по нему скучаю. Там такая красота, но делать абсолютно нечего. А я всю жизнь мечтала стать моделью. Ходить по подиуму в красивых нарядах. Это Соня. Мы с ней вместе снимаем квартиру. Сонь, познакомься, это Надя, наша соседка. Здравствуйте. А ты куда собираешься? Переезжаю. Насовсем? А что я тут забыла? Ну, мы же с тобой договаривались снимать вместе квартиру минимум полгода, я сама не потяну. Я выхожу замуж. Поэтому можешь искать себе либо новую соседку, либо новое жилье. Нет, я такую тяжесть тащить не собираюсь. Я за ней водителя отправлю. А эти возьму на вечер. Пока, девчонки. Пока.
Ну, какая она все-таки, а? Соня Полянская – звезда нашего модельного агентства. Наверняка выходит замуж за какого-нибудь олигарха. Ты видела ее кольцо? Видела. Очень красивое. Знаешь, я бы тоже очень хотела найти себе какого-нибудь хорошего человека и выйти за него замуж. Кстати, у нас сегодня в агентстве будет закрытый показ. Хочешь прийти? Там будет очень достойная публика. Я тебе, конечно, не обещаю олигархов, но с кем-нибудь познакомишься? Да у меня уже есть жених. Ну, тогда просто подберешь себе нормальную одежду. Вообще-то, меня устраивает, как я выгляжу. Такой спектакль был чудесный, легкий, с юмором. Никакой пошлости. А ты знаешь, уже в последнее время сидишь и краснеешь от каждой шутки. Сходите с Димой обязательно. Полуянову нравится посерьезнее. Да? Правда? Угу. А мой, наоборот, над нами засыпает уже к концу первого акта. А вчера даже «Браво!» крикнул пару раз. Мы уже 300 лет в театре не были. То у него командировка, то сроки горят. Так ты купи билеты сама. Поставь его просто перед фактом. Я всегда так делаю. Быстрее бы в отпуск. Хочется обстановку сменить. Ну да. Я смотрю, какая ты грустная сегодня. Да. Полуянов в Ярославль уехал. Я бы тоже хотела с ним хоть на денек. По набережной прогуляться, на трамвайчике прокатиться. Ну а что ж ты не отпросилась? Работ сейчас совсем немного. Ну, он даже не предложил. Ну ты даешь, Надь. Мужчинам о своих желаниях надо говорить открытым текстом. Они намеков не понимают. Слушай, ну я как-то не люблю навязываться. Сейчас перед нами выступит один из самых ярких представителей нашей профессии, известный своими громкими журналистскими расследованиями, Дмитрий Полуянов. Спасибо большое. Спасибо большое. И эти аплодисменты вам. Я рад видеть так много будущих журналистов. Да, и хочу поприветствовать людей, которые смотрят наш вебинар онлайн. Приветствую вас. Вы все наверняка считаете, что журналистика никогда не потеряет своей актуальности. Но, с другой стороны, именно наша профессия становится уходящей. Да? Появляется все больше. Надь, пойдем поедим. Перевода речи в текст. Посмотри, как он держит аудиторию. Ну, а теперь можете задавать свои вопросы. Да, я вас слушаю. Скажите, Дмитрий, а вы женаты? Нет, я абсолютно свободен. Еще вопросы? Почему он не сказал, что у него есть я? Есть отношения? Ну, вы же действительно пока не женаты. Но это же не значит, что он абсолютно свободен. Надь, ну ты просто придираешься к словам. Его спросили, он ответил. Для меня это не просто слова. Пойдем пообедаем. Пойдем. Пообедаем. И вам большое спасибо. Мне было очень приятно. Спасибо вам. Дмитрий, спасибо вам огромное за выступление. Столько интересной информации, полезных советов. Рад был поделиться опытом. Скажите, вы уже бывали в нашем городе? Нет, не приходилось. Знаете, приехать в Ярославль и не побывать на набережной – это преступление. Ребят, послушайте, давайте как-нибудь в следующий раз. Ну, другого такого раза не будет. Наш курс организовал для вас экскурсию по самым знаковым местам города. Так что вы не сможете отказаться. Ладно, уговорили. Да? Привет, Надюша. Слушай, тут такое дело. В общем, я задерживаюсь. Студенты уговорили посмотреть город. Такую экскурсию подготовили. Неудобно отказать. Так что я приеду только поздно ночью. Понятно. Слушай, а как у тебя день прошел? Замечательно. Да? А знаешь что? Ты не торопись домой. Потому что у меня тоже есть планы на вечер. Что за планы? Неважно, потом расскажу. Удачного вечера.
Чего? Ты говорил, у тебя сегодня какое-то мероприятие? Ну, да, закрытый показ. А предложение твое еще в силе? У меня вечер свободный, я могу пойти с тобой. А ты хочешь в этом пойти? А что-то не так? Я просто не знаю, в чем ходят на модные показы. Пойдем, я сделаю из тебя человека. Подожди сейчас. Надевай. Где ты умудряешься находить такие стрёмные вещи? В обычных магазинах. Ну, я тоже не в бутиках одеваюсь. Все так страшно, да? А вот это уже лучше. Ну ты что, я в этом сплю иногда. Доверься мне. Да это как-то ненарядно. Сейчас не модно выглядеть так, будто ты очень старалась. Все должно быть естественно и слегка небрежно. Держи. Ну вот. Осталось только туфли подобрать на высоком каблуке и глаза повыразительные сделать. Каблуки у меня есть. Так. Я купила один раз на распродаже, не могла удержаться. Вот. Ну, классные. Давай, померяй. Слушай, ну такой высокий каблук я никогда еще не надевала. Вот это высокий каблук, а у тебя нормальные. О, все. Ну, супер. Давай глаза накрасим. Слушай, ну, я косметику тоже 300 лет не покупала. У меня с собой все. Вот это главное оружие женщины. Так, держи. Соня, это тебе. Слушай, мы можем просто поговорить. Я тебе уже все сказала. Соня, ну дай мне еще один шанс. Да оставь ты меня в покое, сейчас охрану вызову. Поклонник Сонькин Илья. Видела, как она его отшила? Ну как-то некрасиво. Цветы-то здесь плечо. А что делать, если человек русский язык не понимает? Не пора она ему. У нас будет показ. Пойдем. Пока. А, только ты на первые ряды не садись, там обычно байеры садятся. А можно, можно я в гример пройти? Мне кажется, там самое интересное. Да, конечно, только все закуски схомячат и места нормальные разберут. А, так ничего страшного, я постою. Платье гримом испачкала. Да я осторожно. А что, через низ нельзя было надеть? Через низ не пролезает. Ну, конечно, жрать надо меньше. Карат, между прочим. Так, Полянская, стой. Ты почему пьешь перед показом? У тебя первый выход. Ой, Маратик, не беспокойся за меня. У меня с координацией все в порядке, в отличие от некоторых. А это у нас кто? Это моя подруга, она уже идет в зал. Сейчас я ухожу. Нет, нет, постойте. У вас прекрасный лук. А, позвольте. Меня Мара зовут. А вас? Надя. За знакомство? Я давно не видел такое натуральное лицо. У вас истинно русская красота. Вам, наверное, часто об этом говорят? Ну... Такие мягкие черты, покатые плечи. Через мое агентство проходят тысячи девушек, но... Я, признаюсь, вам давно такого не видел. Вы уникальны. А где вы работаете? В исторической библиотеке. Как интересно. Значит, вы не только красивая, но еще и умная. А можно я запишу вам свой телефон?
Ну, на всякий случай. Мало ли пригодится. Так, держите. Давайте пару фото. Нет, вы что, пожалуйста, я очень плохо получаюсь на фотографии. Нет, нет, нет. Пожалуйста, не надо. Нет, это невозможно. Смотрите, такое лицо не может плохо получаться. Давайте за знакомство. Извините, пожалуйста, не подскажете, где мне найти Соню Полянскую? Наверное, в гримерке можно посмотреть. А вы не могли бы ее позвать? Вы знаете, я с ней лично не знакома. Хорошо, я сам. Спасибо. Кто обнаружил труп? Я. Вы были знакомы с убитой? Ну, я не могу сказать, что это было знакомство. Соня работала у меня в агентстве около года. Никаких проблем с ней не было. Одна из лучших моделей была. Где она находилась до убийства? Ну, как и все, у себя в гримерке. Она готовилась к выходу на подиум. А вы не замечали в ее поведении что-нибудь необычного? Может, она была чем-то взволнована, напугана? Да нет. Нет, она собиралась выйти замуж. Она ходила, показывала всем кольцо с большим бриллиантом. Пойди, посмотри на нее кольцо. Кстати, ее парень искал какой-то. Помнишь, мы при входе видели, как его зовут? Вспомни. Ну? Илья. Илья, вот. И я ему показала, где находится гримерка. Ну и что, он пошел туда? Я не видела. Так, еще кто-нибудь его видел? Да никто не заходил сюда в гримерку из посторонних. Вот вы у нее спросите, они с Соней были подругами? Я ничего не знаю. Ну, как не знаешь, вы же снимали вместе квартиру. Но она практически там не жила. Кольца при убитой не обнаружено. Значит, будем допрашивать всех в отделении. Подпишите протокол. Пойдем отсюда. Прямо сейчас? Да. Ты можешь мне объяснить, что здесь происходит? Просто не хочу общаться с полицией. Где это такси? Ты Соню знала лучше всех. Это может помочь. Ей сейчас уже вообще ничем не поможешь. Мне было 16 лет. По глупости связалась с плохой компанией. В общем, мы ограбили магазин, и теперь у меня условный срок. Но сейчас-то тебя никто не обвиняет. У Сони пропало кольцо. Вдруг всплывет, что я воровка. Просто не понимаешь, это клеймо на всю жизнь. Марат узнает, он меня уволит. Карьера модели мне тогда не светит. Где такси? Пойдем. Как думаешь? Илья мог убить Соню? Не мог. Он же ее боготворил. Но она его унизила при всех. Цветы выбросила. Отвергнутые поклонники способны на многое. Мне кажется, что Соню убил ее жених. Она тебе что-нибудь рассказывала о нем? Почти ничего. Я только знаю, что у них были очень странные отношения. Сначала они встречались, все было хорошо, и Соня была счастливая. А потом что-то произошло между ними страшное. И Соня говорила, что она его ненавидела. А потом она его простила.
далеко не сразу. Он дарил ей цветы, охапками подарки. Она все это выбрасывала. А потом он подарил ей большую, дорогую машину и предложил ей выйти за него замуж. Но тогда зачем ему было ее убивать? Я не знаю. Может быть, он вообще маньяк какой-то. Пожалуйста, я тебя очень прошу, мне страшно, останься за мной. Ладно, но только мы утром позвоним в полицию, чтобы они приехали и посмотрели сумку Сони. Вдруг там что-то важное. Да нет там ничего важного. Это просто ее вещи. Просто вещи. Это ее купальник. Соня когда-то занималась синхронным плаванием. Я не понимаю, за что с ней так. Я тебе сейчас чаю сделаю. Надюш, привет, а ты где? Я сегодня, наверное, не приду. Переночую у подруги. У какой еще подруги? Неважно, ты ее не знаешь. Я чего-то не понял. Я тебя что, обидел чем-то? Да нет, все в порядке. Я тебе завтра все расскажу. Пока. Через 20. Может, что купить по пути? Фрукты? Да. Хорошо, захочу в супермаркет. Thank you.
Спасибо. Всего доброго. Ой, простите, ради бога. Извините. Простите. Извините. Красивая фотография. Спасибо. Не знал, что у нас в доме живут такие очаровательные девушки. Ой, а я вас знаю. Вы Дмитрий Полуянов. Мы где-то встречались? Нет. У меня есть для вас эксклюзивная информация по убийству Сони Полянской. Соня Полянская? И если вы не в курсе, она известная модель. Ее вчера убили. И что вы об этом знаете? Многое. Мы были соседями по квартире. А это уже интересно. Послушайте, давайте мы встретимся, и вы мне подробно все расскажете. Да, хорошо, я вам расскажу. Но при одном условии. Вы не будете упоминать мое имя. Договорились. Мне-то скажите, как вас зовут? Лиза. Привет. Уже вернулась? Ну, рассказывай, где была, что видела. Ну, сначала ты расскажи, где был. Ну, я не так уж и поздно домой вернулся. Смотрю, тебя нет, ужина нет, тоска смертная. В холодную постель ложиться не хотелось. Тут Андрей позвонил. Предложил отметить его очередное повышение. Ночью? Ну да. Насколько я понял, повышение было неожиданным. А закусывал ты фруктами, да? А ты откуда знаешь? Мне пора на работу. Я опаздываю. Подожди, а что на завтрак? Сделай себе яичницу. В общем, ты не представляешь, как я глупо себя чувствую. Вместо того, чтобы спокойно с ним поговорить и все обсудить, я затеяла какую-то игру, от которой самой тошно. Это все от ревности. Ревность – главный враг отношений. Я знаю, но ничего не могу с этим сделать. Ревную его, и все. Надь, вот скажи мне, ты, пожалуйста, откуда у тебя такая низкая самооценка? Полуянов – известный журналист. Видный, красивый мужчина. И среди всех кандидатур он выбрал именно тебя. Вот правильно ты говоришь. Известный и видный мужчина. А я – удобный вариант. Все еще хуже, чем я думала. Вера, ты внесла новые книги в базу данных? Почти. Что значит «почти»? Вы говорили об этом на прошлой неделе. Когда будет готово? К обеду. Я надеюсь. Митрофанова, вот список раритетных изданий, ну, те, которые мы обещали на конференцию по истории Древней Руси. Угу. Надо сходить в хранилище и проверить сохранность экземпляров. Да я и так вижу. Тут половина не подлежит транспортировке. Они отложены для реставрационных работ. Уверена? Уверена. Ну и что делать? Так, я могу позвонить организаторам и спросить, можно ли сделать копии. Давай, хорошая идея. Работай. Спасибо. Ты бы посмотрела сначала, что там нужно для этой конференции, а то как бы не пришлось в хранилище поселиться. Точно, ты права. Я не подумала. Пожалуйста. Добрый день. Добрый день. Вас что-то интересует? Да, я ищу Надю. Надю? Вот. А по какому вопросу? Ах, да, я забыл представиться. Меня зовут Марат Рыков, я директор модельного агентства. Очень приятно. Вы что, хотите Надю в модели взять? Я думаю, она слишком занята на работе для этого. Ну что ж, очень жаль. Может быть, в другой раз.
Да, простите, а у вас случайно нет модельного прошлого? Нет, что вы, боже упаси. Такая осанка, походка. Жаль, что не все мои модели умеют так держаться на каблуках, как вы. Благодарю вас. Может, все-таки позовете Надю? Я обещаю, отвлеку ее только на минуту. Ну, хорошо, пожалуйста, вот через этот зал на второй этаж. И, пожалуйста, только на минуту. У нее много дел. Ну, конечно. Благодарю. Нам нужно отсканировать всего 30 страниц. А думаешь, работы всего-то минут на 40. Добрый день. Добрый. Простите, что я так внезапно, просто не хотел обсуждать это с вами по телефону. Что обсуждать? У меня для вас очень интересное предложение. Модель, которую мы утвердили для съемок, внезапно заболела. А заказчики забраковали все остальные варианты. Я им показал вашу фотографию. И что вы думаете? Они утвердили именно вас. Ну вы что? Я же совсем не модель. У меня нет никакого опыта. А это и не нужно. Все, что от вас требуется, это стоять и улыбаться на фоне корзины с ароматной выпечкой. И за эту интересную и непыльную работу вам хорошо заплатят. Ну, нет. Нет, это не для меня совсем. Сколько? Что, простите? Ну, вы сказали, что Надя хорошо заплатит за эту работу. Это сколько? 30 тысяч рублей. Надь, соглашайся. Этот шанс нельзя упускать. Я прошу вас, подумайте, не отказывайтесь сразу. Ну, а материалы для конференции кто будет готовить? А эту пыльную работу я беру на себя. Спасибо. Кто убил рыжеволосую бестию? По-моему, ужасное название для статьи. Да, я тоже так считаю. Теперь я думаю, как свою назвать. Ты собираешься об этом писать? Убийство Сони Полянской сейчас самая горячая тема. Тут вряд ли стоит рассчитывать на эксклюзив. По-моему, ты меня недооцениваешь. Да. Рад вас слышать. Да, конечно, успею. Отлично, договорились. Считай, эксклюзив у нас в кармане. По Соне Полянской? Извините, на съемках задержали. Ничего страшного, мне было чем заняться. Я тут как раз успел набросать несколько названий к статье. А что-нибудь будете заказывать? Кофе, если можно, только без сахара. Угу. Молодой человек, будьте любезны, кофе без сахара. Угу. Спасибо. Итак, я весь во внимании. Все считают, что Соню убил ее поклонник Илья. Потому что они перед этим как раз поссорились, и потом его видели в агентстве. Да, я уже это знаю. Про это напечатали. Убийство на почве ревности. Да. Так вот, мне кажется, это сделал ее жених. И кто он? Его никто никогда не видел. Но, судя по кольцу, которое он ей подарил, это очень богатый человек. Странно, обычно девушки хвастаются своими богатыми женихами. В том-то и дело. Ваш значит, кофе. Спасибо. Значит, у Сони были причины его прятать. Это список самых богатых холостяков нашей страны. Наверняка он один из них. Вы серьезно? Я нашла это у нее в сумке. Видите? Она даже пометки сделала. Может быть, это те, с кем она познакомилась уже? Да, или только собиралась познакомиться. Или те, кто ей почему-то не подошел, да? Но это все-таки зацепка. Но, к сожалению, очень слабая. Мне нужны конкретные факты. Наверное, вам надо поговорить с Маратом. Это директор нашего модельного агентства. Можно? Да, конечно. Это
адрес. Жаль, что не помогла. Да ничего страшного. Зато я попил кофе в приятной компании. А я это оставлю себе на случай? Да? Спасибо. Может, все-таки по-соседски на «ты» перейдем? С удовольствием. У меня дома, кстати, есть хорошая чайная коллекция. Может, как-нибудь зайдешь? 28-я квартира. О, это как раз надо мной. Нет, подо мной живет Надя. Мы с ней как раз вчера познакомились. Да-да, так и есть. Надя моя девушка. Вы с Надей вместе? Угу. А, ладно. Ну что? Думаю, персиковые румяна подчеркнут ее теплый колорит. Согласен. А что будем делать с прической? Главное не потерять естественность. Думаю, объемные косы от лица. Наденька, у вас не волосы, а просто мечта. Не смущай модель, а то я в цвет не попаду. Ну, конечно. Не буду вам мешать. Этот парень уже давно преследовал Соню. Я его часто видел около нашего агентства. Кто бы мог подумать, что он ее убьет? Да он был в состоянии аффекта. Ты слышала? Она выкинула его цветы. И это было, наверное, последней каплей. Нет. Это был холодный расчет. Он даже алиби себе пытался подстроить. Заходил в гримерную, спрашивал про нее. Хотя Соня к тому времени была уже мертва. Какая красивая девочка была. Но и судьба была предрешена. У нее была короткая линия жизни. Ой, нет, мне не нужно гадать, вы что? Мне нужна ваша рука, чтобы подобрать цвет лака. Извините. Это идеальное попадание в образ. Я уверен, Золотой сделает шедевр. Кто? Золотой. Это один из самых известных фотографов страны. Разве вы не слышали? Нет, не слышала. Всем привет! А вот он. Здравствуйте. О, какая у нас аппетитная булочка. Чё так стало? Плечи расправь, скукожилась вся. Живот тяни. Подбородок убери. Живот в тени. Еще. Еще. Выдыхай. Мы твой живот фотошопом уберем. Все, все, все. Повернись ко мне боком. И на меня. Улыбайся. Можно как-то поорганичнее. Да. Улыбка у тебя дурацкая, и вон щеки лезут. Я так больше не могу. Послушайте, я так больше не могу. Я говорила, это не для меня. Наденька, пожалуйста, не обращайте внимания на его колкости. Он со всеми так. Он просто хотел вас расшевелить, вызвать эмоции. У него это получилось. Вам такие эмоции нужны. Умоляю, сядьте, не плачьте. Я сейчас с ним поговорю. Послушай, мне эта девушка очень важна. Прекрасно! Отлично! Еще чуть-чуть. Жизни, жизни! Класс! Хорошо! Здорово! Класс! Все, съемка закончена! Браво! Браво! Браво, Наденька! Вы прирожденная фотомодель. Как вы думаете, может быть, мы отметим ваш дебют в каком-нибудь хорошем ресторане? Извините, я не могу. За мной вон брат приехал. Пойдем? Пойдем. Брат?
что вообще было? Тише. Я сейчас все объясню. Постарайся. Это ты расследуешь дело Сони Полянской? Ну, допустим. Это я нашла его труп. А еще познакомилась с шумной соседкой сверху. Лиза, я уже в курсе. Угу. Я когда увидела тебя здесь в агентстве, сразу поняла, что ты решил расследовать дело Сони Полянской. Угу. Ну, а брата почему меня назвала? Ну, чтобы не спугнуть Марата. Угу. Я ему нравлюсь. И он может помочь в расследовании. И ты пойдешь? Пойду. Я же хочу тебе помочь в расследовании. Что? В общем, я тут подумал, делом Полянской я буду заниматься сам. Не хочу, чтобы ты вмешивалась в расследование. Почему? Ну, потому что я волнуюсь за тебя. И не хочу, чтобы ты встречалась с этим Маратом. А вдруг он и есть убийца? Это исключено. Перед убийством он все время был со мной. Ни на шаг от меня не отходил. Прям так ни на шаг. Ну и о чем же вы с ним разговаривали? Ну, так, мне просто интересно. Полуянов, ты что, ревнуешь? Я? Да ничего это дело. Точно ревнуешь.